Давай быстрее, сколько работы, сколько можно спать? Когда дедушка задул 95 свечей с первого же раза, внуки сразу усекли, трешка в центре Чебоксар, светит и мне скоро. Кто-нибудь подскажет, по какой посуде и каким предметам нужно постучать, чтобы мистер Поппер помогать пришел. Когда глупости творю, вспоминаю тех людей, что берут кредит на свадьбу, становится легче. Говорят, что джентльменов больше нет. Я недавно джентльмена видел. Он над женой держал раскрытый зонтик, пока жена меняла колесо. Наркоманы вышли из машины, и один другому говорит: колесо у нас с тобой спустилось. Сторож сделал удивленный вид. Неужели полностью спустилась? Нет, пока спустилась только снизу. Именинник дул на свечи, перегар был очень сильный, и поэтому тот праздник превратился в фаер-шоу. А булочка сегодня ходила на экзамен. Отлично знал испанский, но мы французский учим. А булочка случайно не тот учебник взял. Вчера он перепутал в кромешной темноте. Чувак, я очень нервный, поэтому у нас посуда из пластмассы и телефон дешевый. Подписываемся.